Ну а в Калифорнии сегодня завершается грандиозный фестиваль Комик-Кон, в котором принимают участие тысячи любителей научной фантастики, фэнтези, мультиков со всего мира. В честь этого события в Сан-Диего начался бал маскарад косплея. Сотни людей в нарядах героев комиксов, фильмов и компьютерных игр. Это лучшие из лучших. Их костюмы ничуть не отличаются от тех, что можно видеть в оригиналах. Косплееры, так называют тех, кто старается быть похожими на своих любимых персонажей, стали визитной карточкой этого фестиваля. Сегодня перед закрытием Комик-Кона выберут того, кто смог создать самую точную копию костюма и лучше всех вжился в роль. Кстати, подготовка к фестивалю заняла у косплееров несколько недель, а то и месяцев. Не лишним будет сказать, что удовольствие это далеко не из дешевых. Некоторые костюмы стоят не одну тысячу долларов. Ну а сейчас на прямую связь с нашей студией по скайпу выходит победитель российских и зарубежных косплей-фестивалей Марина Дворяткина, которую многие знают под псевдонимом Дюймовочка. Марина, здравствуйте. Мне к вам как, Марина или Дюймовочка обращаться? Как вам больше нравится? Здравствуйте. Ну, как пожелаете. Можно. Давайте, просто... Марина. Ну, вот если сравнивать увлечение косплеем в США и в России, насколько мы отстаем от Штатов? Вы знаете, по количеству, возможно, мы отстаем, но рост у нас очень большой. В России уже более 100 фестивалей, так что скоро мы догоним. Ну, это хорошая новость. Марина, а как знакомые относятся к вашему такому необычному достаточно увлечению? По-разному, в принципе, в среде косплея отлично относятся. Некоторые люди пишут очень много, говорят, как все круто выглядит и что будет дальше. А некоторые, в общем-то, крутят у виска, ну, как всегда. Но со временем количество тех, кто крутит пальцем у виска, все-таки сокращается, наверное? В принципе, да. Я вас понял. Ну, это у нас только что была картинка на экране. Мы видели, насколько красивые эти наряды, насколько они детализированы. Это же все стоит денег. Насколько дорогое это вообще удовольствие косплей? На костюм, если вы будете делать сами, можно потратить от двух тысяч до 100, допустим, по материалам. Если вы будете заказывать, то от 10 до полумиллиона. До полумиллиона за один костюм? Вполне, да. То есть это реальная цифра. Но хорошо, наверное, это как-то можно окупить. Что-то удается с этого заработать? Или все это увлечение держится на чистом энтузиазме? Окупить можно, если вы участвуете в конкурсах и фестивалях. В России уже достаточно дорогие костюмы, они уже себя даже не окупают по призовому фонду от наших фестивалей. А за рубежом вполне можно. Там призы побольше. Марин, большое вам спасибо. Я желаю вам удачи во всех фестивалях. Я видел ваши костюмы и надеюсь, вы будете побеждать и дальше. На прямой связи со студией по скайпу была Марина Дворяткина, победитель российских и зарубежных фестивалей. Мы говорили с ней о развитии косплей-культуры в России.